Бежит народ, чтоб службу отстоять. Отжившие старушки и редко старички. И вовсе редко-редко молодая стать. Как правило, в разводе. Ничей, ничья, ничьи. Бегут не на ресталище библейском, не благовестию свело здесь столько стежек. На том пути все затянуло в плесень. Евангельскую веру здесь дьявол искорежил. Слепая, темная, разрозненная масса шатается по храму, идет продажа, купля. Из личностей творятся под копирку маски. Рассыпаны по храму монашки, головешки угли. И поп куражится, не стыдно за толпу, ведь как-никак, а все же его паство. И ломятся к причастию, калеку затолкут, при крестном ходе на крещение в Пасху. Метнулся мысленно к апостольским служениям. Сегодня здесь руководит апостол Павел. Открыл уста, и замерло движение. За проповедь одну, как многих он наставил. Предначертав распятого страдальца Иисуса, волной ответных чувств несчастье потопил, и отклики об этом повсюду разнесутся, в сердцах рассыплет жар погаснувших кадил. Причем здесь я, хлебнувший там огня, зовущий всех на брачный пир к Иисусу. Теперь к добру не нужно погонять, и благовестие мне в радость вовсе не в нагрузку. Чего бы стоило попам, архиереям, в содружество вписать апостолов Христовых? Огонь Святого Духа замерзших разогреет, и лед неверия обрядности растопит. Мы побежим во след несущих жизнь, начнется созидание духовных храмов. Кто слышит глас Христов, к нему тотчас вернись, хромавшая доходит с Богом ныне прямо. 5 мая 2009 года.